to enjoy this concert, you need to know that there were two John Tavners. Чтобы вполне насладиться этим концертом, вам нужно знать, что два Джона Тавнера будут представлены в программе. One of them died 450 years ago. Один из них умер 450 лет назад. And the other, who was my friend, а другой, который был моим другом, died last November. Умер в прошлом ноябре. I first met John. Я в первый раз встретил Джона. When the Talis Scholars were singing a lot of music by John Tavener. Вечер, когда Talis Scholars пели много музыки Джона Тавнера. And my friend wanted to know whether he could learn anything from the man who had the same name as him. И мой друг хотел узнать, может ли он чему-то научиться у композитора, который носил такое же имя, как и он. He came to hear the first two pieces that we will sing in this concert. Он, собственно, пришел услышать два произведения, первые, которые мы поем в этой программе. And although my friend was closely associated with Russian Orthodox music, несмотря на то, что мой друг ассоциируется с русской православной музыкой, he studied the music of this Catholic composer from the past. Он изучал музыку вот этого католического композитора из эпохи прошлого. So maybe you can decide on the evidence of this concert whether he did learn anything from the old John Tavener. И вы можете делать заключение, может быть, из этого концерта что-то он, чему-то он научился от музыки старого Джона Тавнера или нет. Thank you.